Я советую всем прочитать книгу Архимандрита Тихона «Не святые, святые». Это очень простая и интересная книга, написана абсолютно понятным любому человеку языком. И если вы даже не верите в Бога и считаете себя атеистом, вам все равно будет очень интересно узнать, о чем же он там пишет и кто такие «Не святые, святые».